Сразу не бейте, дайте хотя бы два удара танком сделать. Коня в этот раз как пилить? Посмотрим. Коня? Надо дойти еще до туда. Ну, знаешь, как пилится? Берешь бензопилу и начинаешь. И биг демо даешь. На махан пустим, да? Ну а что там, пиор 88, это я, получается, могу зайти на ДК, да? Надо хил, видишь. Нет, судьба называет. Ну почему? Я могу захилить шаманом. Не, если ты хочешь, смотри сам. А кто следующий будет? Ну, допустим, ты если напала заберешь. Нам так-то надо бы ДКшников наших хапнуть для ЗС ОК. Ну, да, вот, допустим, для Джайна. Леваша. Можно. Она как главный танк. Ваша там. Ты вообще... как главный танк. А как главный бич, блядь. Это тоже с твинками, нахуй. Вилаши надо вон камней забросить, блядь. На 54 поставить, чтобы нормально хп было. Глор и Гер надо камни захуярить туда. Полироли нахуярить надо синих. Ты, ну это, дай. Блядь, надо фармить идти, ну. Да хули они фармить, блядь. Дорогие. Пару боешек продам, нахуй, полироли куплю, блядь. Они постукайте, синие. Ты не видишь? Видим, 4-5к выходит одна синка. Видишь, ты пару боешек продашь, а нам фармить. Ну, блин, танков надо апать, тут вариантов нету. Ну, мы там и с полиролями-то падать будем, блядь. Дай бог, блядь. Так, ну надо думать, что делать-то, блядь. Так-то там есть кому захилить. Залутают в крайнем случае Вилаша либо Лингрен. Смотри сам, да. Лингрену тоже надо, да. Так-то похуй, хули, куда спешить, нахуй? Чё мы, блядь, Келя завтра тратить, идём, что ли? Раз, что ли? Типа последний раз Синдру убиваем. Да, в натуре. Всё, возвращаемся в центр. Лёха, я вот принцип, кольцо принцип. Был утонул. А чё, нету? Ну давай, чё? Я уже забыл, как включать-то, блядь. А чё, бис будет Тиренос на сову? Тебе посох нужен. Хуёсох. Тиренос на сову? Да. Чё, есть стрим? Не, ВХ лучше. Ну, блядь, если ВХ нету, блядь. Давайте все, блядь, стрим включим. Вот с этой хуйнёй, типа. Есть, есть, Лёх. Да, вроде нормально должно быть по СПД, блядь. Ну, нормально, стрим, но... Стрим за рогу посох, мне кажется, смотреть. Лучше смотрится. Ты хасту потеряешь. Так, графики нету. Ну, да. На минимум. Ну да, нахуй мне на максимуме, чё, еблан, что ли? На Сирусе графику, блядь, на максимум ставить. Я как-то ставил, блядь, играл нормально. Я вижу. Да это комп заебал нахуй. Хуйнёй занимается, ну. Хуйню выдаёт, блядь, всякую. Да, блядь, после Шелла пришел на. Кто на Сирус. На Шелле в Гримаре висишь, когда полный пик людей. Ну там хоть и слои, но все равно должно просаживаться. 60 FPS, даже летаешь, все нормально. А тут заходишь в Долоран, блядь, начинает просаживаться. 20. Я не знаю, у тебя там или раса какая-то, или что, я тебе пати кидал, ты что-то не принимаешь. А у меня не могу загрузиться нормально из Долорана. Лагает пока, парнишка. Это, походу, сервер прям лагает. Не знаю. У меня никогда интернет не лагал. Ну, Синтек, нахуй, я себе на 60 кадрах играл, ты потом чилил, блин. Не, сейчас аддон эти обновил, Атлас Лут и ДБМ нормально стал. Короче, надо аддон обновить, чуть-чуть полегчает, да? Ну, вроде нормально. Ну, сейчас на этой, на Синдрагосе будет понятно.
Зайти. Но большого не надо было. Зайти на клык или не зайти? Зайти или не зайти? Сука. На клык именно. Сети на дру, я понял, блин. Сейчас синтек расслабится. А ты монетку подкинь. А, нет. Ролл кинь, да? Не, ну или ролл, вот скажи, допустим, там больше, допустим. Оп, и ролл, короче, кинь. Короче, если сотку сейчас выкину, то захожу на ДК. Да, ну, не дотянул. Все, заходи. 67, да. Хуя себе, блядь. До сотки еще целых 3. Хотелось, да? Это говорит о том, что надо было лутать. Так еще не выпало, видишь. Так-то похуй. Ну да. Хули так. Так тоже заходить, нахуй, как хулидринг тоже на профа, постоянно. И вот она колба, ебать. Сколько прошло времени? Полгода, блядь? Ну, не полгода. Ну почти, блядь. Пару месяцев. Кстати, шея же... Закрывали каждое КД. Шея же тут ни разу не падала, да? Падала, по-моему. Ну, может, и нет. Шея с гиры нет. Обычно кольцо это вонючее падает. Кольцо хочу. Ай, багруха героическая не падала. Падала багруха. Падала багруха. По-моему, первый. И уже не раз. Шектору тогда отдали. Ну, он потом сказал, я не пойду нахуй. Хильте сами нахуй. Круто было. Мне понравилось. Ну, Вов он вроде забросил. Так а хули, ну, потому что, да, хули тут делать еще. Если ты перса биса делал, блядь. Интереса нету, понимаешь? Через полгода зайдет опять в бис, оденет и все. Ну. Я почему столько спеков персов делаю? Потому что если бы я, блядь, играл одним спеком, одним персом, нахуй, я бы уже нахуй удалил эту игру ебаную, блядь. Нахуй это надо, блядь. Интерес только, и есть, чтобы что-то новое почувствовать, блядь. Как танчить, как хилить. Дамажить. Все остальное. А мне вот хорошо, время много нету, лока долго. Один. Да, ну видишь, тоже как люди еще это. Кому как. Сейчас у нас дракон. А сука, точка КД была. Бен Стиллер что-то не заходит. Я прогрузиться не могу. Зайдет скоро. Да? Это что-то я смотрю, нет. Гильдия загрузилась. Дальше проведи. Попробуй кинуть, Патя. Примерно сижу, стрим смотрю. В итоге, блядь, ошибку выбил. В игре? Да, игра сорвана. Ну я кинул пати. Ну ничего нету пока. Да закрывай и заново открываем, блядь, хуйню. Это какая-то хуйня. Я тогда фулл ребут сделаю. Это просто ему, как Сирус говорит, не нужно тебе шея. Все равно не упадет. Захиливаемся. Да, упадет. Вот так и сейчас упадет. Да она, блядь, один хрен есть с этого. Из ока, что я такая же сапог. Она глянут, посчитать ничего больше всего. А я что-то посмотрел, в ЗС вообще латные там, блядь, ну, всякие кольца там, блядь, поясы и что такое прочее. Там на пробивку одну только идет и все. Ну там да, кстати. Есть критка ста, ступни 277. А, ступни, да, вчера, только там, вчера упали. Ну, сейчас погляну, что там вообще еще. Тебя именно ДД интересует? Ну именно, да, ватно ДД. Походу нашел фира тебе обратно надо, блядь. А там все на РПБ, до хрена прям. Ну я говорю, чисто РПБ. Смотри, пузо, хоста, мастерка. А нахрен мне это пузо? Тремя дырка. Ты смотри сразу, нонсет какой-нибудь.
типа плащ, шея там. Плащи такое. Есть, есть плащ с мастерством вроде. Пояс на танка хороший. Нахрен мне на танка пояс, у меня есть. Я про ДД говорил вроде бы. Да у льда десятка, откроется. О, вон, силос, плечо, шея падает. Хаста меткость, ступни, хаста крит. Ладно. Зачем? Я тут... Ну зачем ты его поставил? Ну там кто-то летел, я услышал. Я так опасен, тоже лечу я. Да ебал я в ру... Сука. Что случилось, Вольт? Да я ебал эту хуйню. Банк нажимаю пропустить, блять. Иди нахуй, что за хуйня? Почему я банк не могу нормально поставить? А ты банк, короче, из книжки скиллов выставь себе на панели куда-то и прожги. Оно так багнется часто. Жири логаюсь. Или попросил бы, чтобы кто-то поставил 25 человек, не поверил, что у всех ГБ в КД. О, а ты чё, это фласки по 4 раздавал? Да. Сейчас, наверное, фласочки уходят быстро, да? Да надо алхимию всем качать, нахуй. Кстати, да. И когда набираешь новых челиков, тоже это прописываю в условиях. Требования, про... да? Так, что я хотел, блядь? В принципе, можно алхимию качнуть? У меня сколько? Вон, 318 голосов есть, пойдет, ну. Можно, можно. Только как-то это... Готовьте хоть в следующий раз. Ну и что там, где? Где шелки? Не заходит у меня, берите кого-нибудь другого тогда. Меня просто не прогружает. На ШП попробуй зайти. Сейчас попробую. А, хули дринк есть, хули нахуй. Привет. Привет. А я тебя знаю. Пять. Сейчас. Кидай. Сейчас просто никто наш... А, вас трое блоков. Трое. Трое из ларца, одинаковых с яйца. Ебать, ИП хотят пацаны. Это... Опа, 6 шкафов. Опа, блядь. Опа. Ну, шипы тоже не грузит. Ну, вот в следующий раз будут суммонить, если не будет 6 шкафов. ГП получит. Оно когда... Ваши фанеры сделать. Оно когда 6 шкафов, ты же попадаешь в параллельное пространство между... Ну, так вот, иди в свое параллельное пространство. 6 шкафов, а суммона ни одного. Хули, блять. Обратно нахуй. Обратно ГП и мы аж сверху, блядь. Шалфир зашел, смотри, блядь. Загрузился. Нет, я это штык нажал. Да, когда смотрю, я тебя сумоня и дреней. Или кто это? Ранди, понимаешь? Эридар. Там, походу, 25 человек. Нет. Еще раз. А сколько синдра бьется? 10 минут? Ну, наверное, надо минуту ждать, чтобы шелфир выкинулся. А и берса. Тыкните, тыкните. 10, да. Опа, 7-й. Смотри, а не, сука. А... О, 7-й, я 7-й шкаф поставил, прикинь. Ебать, да ну нахуй. Нихуя себе. Да, да. Ну, это уже лишнее ГП. Мне кажется, 9 шкафов это можно по пятихатке ждать. Хотя это шутка. Первого флоу дороже второго, давай. Сейчас ебать не видно. Не, нихуя. Как раз КД уходит. Ничего интересно, сколько там, ну-ка. Так он что, минут 5 стоит, наверное, точно. Да выходит, они 9 могут поставить. А ты им всего за 6 дал. Вот 8-й пошел. Ебать, охуе, блять. Ладно, можно мебельные открывать. Это все, все зашли.
Поехали, блядь. Где там рыба, нахуй? Это что, умрёт? Дома. Уехали. Чё, девятый? Это, да, первые восемь. Кто умрёт на глыбе? Вон, девятый, девятый тыкать. Вот, я ебу 9 шкафов просто скрин делаю, нахуй. А ты 6 говорил, да? Не, ну в следующий раз буду 9 требовать, хули. Ну за 9 пятихатка следующий. 9 минимум. Не, ну пятиханка дохуя слишком, бля, люди обидятся. Вы еще 25 банков поставили. Вы что, блядь, делать нихуя? Это самое. Так новичкам вкинул, нахуй. На Вилашу, на пул, значит. Котлету. Значит, это самое, на 6 хилов, если что. Это, значит, метки. Не обязательно ровно в звезду, вот. Второй там. Кто там? Лингрен. Это, не обязательно ровно в звезду ставить, немножко перед звездой ставьте. Ну, вот, примерно вот так вот сейчас. Глыбу я имею в виду на взлетке. Примерно вот, вот так вот. Леха, ты что такой жирный? Примерно в ромбик. Да, полиролики, наверное. Будет. Это, ну и две лево, две право. То есть 6 глыб, одна в ромбик, одна в кружок, две лево, две право. Вот, но звезда это на третью фазу. Не хватает что-то. Давайте что-то димка, блядь. Что-то. Ну, жирная право. Ну, вар ФК. Биг Дэм, раздупляйся. А что щит 206? Синтек. А, ты не чалил же. Да, я не занимаюсь этим. Типа получил шмотку, полетел нахуй. Давайте, а вот синтек тут. Все, все готовы, пошли, запускаем. СС по ком? Она сейчас SS. Будет, по-моему, стрелять? Нет. Давай этот мифик по синтеку, притон по войду, Ляночка, дай по... Давай по рависту. Любишь ты, блядь, как там дела у тебя, блядь? Отбегать готов от притяжки? Шумираю. Давайте. Так, а где у меня валение превращения, сука? А, вот он. Блядь, звучало, конечно. Метки. Метки вниз. Кружок, ромбик, две лево, две право. В ромбике не вижу. Алло, нахуй. Ну кому ставил метку? Это для танка ставится. Тут глыба шотает. Миллион урона, блядь. Глыбы бьем, напоминаю. Фуловые стоят, справа стоит фуловые, мне РДД. Играем. И четвертая, последняя падает. Справа падает. Спрячьтесь. Все, фул по глыбу. Нормально. Да не, на махана. Пустим. Равист переагришь? Не, не догонит. Нет, там ты чё, 76? Там ещё дохуище. Не догонит, как? Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая мания теперь бессильна! Метки. Ромбик, кружок, две лево, две право. Ебать. Чуть левее центр падает. Это две уже было. Глыбы смотрим, где фуловые. Близко центр. И четвертая, последняя. Слева. Блять.
Это пиздец на соплях, нахуй. Вы видели, блядь? Аккуратнее. Это тонкий расчет. Вы добить всегда успеете. Аккуратнее, пожалуйста, играйте, это привести. Там просто демоны добили локовские. Поэтому аккуратнее. На 30% стопайте уже на глыбе. У кого доту дохуя едят, там... Смотрите, только по фуловым разгоняйтесь. Тяжко готовимся. После дыхания. Беги, малышка, беги! Я ебал. Бидон вставалку. Захилить. Синтек World Ресы. Синтек. Прием. World, вставай. Так, как дела? World, блядь, вставай быстрее. Ну, World. Ёбаный покос. Все, уже похуй. А, играем. И улетело, прикиньте, да? Играем. Да, фаза, блядь, сразу будет. Играем, играем. Две лево, две право, давайте. В глыбе говорите, где, куда, что там, блядь. Работаем, World, как-нибудь нормально, блядь, будет все. Яичко. Далеко по центру. Все, не бейте по мне. Резко слева. Раньше. Ладно, пускай лежит. Близко слева. Ой, сейчас задохнусь. Слева. Фаза пошла. Я жирно задохнусь. Чуть не задохнулся. Ущерба, блядь. У всех залагало? Биг дэм. Звезду и сразу разбиваем. Короче, блядь. Это, ложитесь, нахуй. Меняем. Ладно, ложимся? Да. Блядь, я не знаю, пробовать нет, нахуй, это говно, блядь. Не пробую. Да вы заебали нахуй, мудаки, хули вы там стоите, блядь, падайте в пизду, это залупа полная, блядь. А вы определитесь, падаем или нет. Да там, блядь, милики стоят, нахуй, они замораживаются, блядь. Их разбили, блядь, я они пошел, до сих пор там стоят. Я пошел специально замораживаться. Все, в пизду падайте, это говно какое-то, блядь. Падаем, то нет, блядь. Надо ДПСика как-то побольше сделать, чтобы мы в третьей, чтобы этой хуйни не было, и спокойно бить ее, блядь. Там торопиться некуда, там до берсы 5 минут. Могу выебать тебе ГП, хочешь? Да что? Ну, спрашивай, сиди, блядь. Ну, давай, этот, трай, блядь, ГП, блядь. World, у тебя нормально там все? Или можешь кого-то другого взять? Ставлю рыбу. Ешьте. Проснитесь, пожалуйста. Давайте фулбаф быстрее. Да хули ход, у тебя освобожденка ебаная вешается, блять. Вот ты посидишь в освобожденке, посмотрю, как ты там походаешь. Да и в глыбе еще, блин. Хотя там нехуй хилить. Рарник. Пошли, запускаем.
Короче, стараемся больше дать. Не знаю сейчас. Может быть, Геру дать нахуй перед фазой. Один хуй. Нет. Нахера. Так оно и так хватало. А ну, так, там, там не хватило буквально чуть-чуть, блядь. Вы чё там? Куда ты побежал? Вы чё, блядь? Аккуратненько, глыбы бьём, не смотрим на них, бьём. Фуловые стоят, блядь, склепы, блядь, алло, блядь, вот ещё справее стоит фуловый. Это чё, третья, да? Угу. Вот, и четвёртая, готовьтесь. По фуловым склепам побольше. Фуловый, сука, стоит, ну. Пол хп, блять, вот. Череп поставил, блять. Разбиваем. Тяжко скоро мы готовимся. Беги, малышка, беги! Я ебал, бля. Трепещи, вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Дамага мало. Дамажьте сильнее. Прячемся. Фридом там не дали, или что он бегает? World, сука! Ты лагаешь? Вот из-за него не хватает ДПСа, блядь. Блядь. Третья. Ты тут? Нет. Тяжко готовимся. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Хули чисто ворлда не хватает, блять. Далеко. Справа.
справа. Милики сейчас не бьют, босс. Уже метка будет. Блять, 2-2-8 нахуй. Правее центра. Четвертая падает, последняя. Все, умираю, умираю. Бидон вставалку юзай. Он стал юза уже. Резко. Метка будет. Отошли, отошли. Ёбаный в рот, блять. Бидон. Бигдем сейчас замерзнешь. Резко. Вставай. Ставь тотем. Шадоу на ману. Ебать. Мудаки, что ли вы совсем? Вы не можете, блять. Ай, блять, нахуй. Это пиздец просто, нахуй. Не. В сторону отнеси. А, и притяжка, нахуй. И смотрите, блять. Вот эту не разбейте. За центральной спрятались. Притяжка сейчас будет. Боковую РДД бейте, инвизибла. И еще одну сейчас вперед несите. А вот притяжка. После притяжки уже разобьете ее. Ревно. Сразу разбиваем. Следующую туда же сразу разбиваем. Яночку на фул захилить. Меняю. Так. Кто там взрывает? На фул захилить. Не взрывайте, сука. Не бейте. Кто вот это хлопки делает, блять? Только хилы по одному стаку могут. Остальные ничего не делайте, блять. Разбивайте быстрее, блядь. Следующую туда надо будет, притяжка будет, сука, на следующий разбейте. Милики отошли, милики. Притяжка будет, готовимся. И босса так-то бить надо, блядь, если чё. Рвись, 2-2-8, резы. После притяжки разобьем. В глыбу вперед, глыбу вперед. На ком глыба, нахуй? Отойдите, блядь, не заморозьтесь, милики. Меняю. Сразу разбиваем. Рианти, давай на ману гейм. Пиздец, блядь. Так, Ляночку на фул, Ляночку на фул. Гейм на хп, Рианти, дай. Танка, блядь, поднимите. Так, сразу разбиваем. Разбивайте. Следующий туда будет притяжка. Блять, надо как-то по боссу больше, нахуй. Вы вот скидывали и в босса играете, блять, или еще как? После притяжки добьете. Разбивайте, следующую вперед и сразу разбить. По боссу больше. Этот. Синтек Кавиланию резы. Че маги лежат нахуй и не пишут нихуя вас резать, сука, или че, блядь? Или вы просто, блядь, вылетели, блядь? Да. Еще притяжку по-любому ждать надо, блядь. Не загонем. На ману давай Shadow Knight. Бидон, блять. Меняю. Полипал, полипал быстро. Вперед. И сразу разбить его. И следующую вперед, и будет притяжка. И после уже последний шанс у нас добить, там 50 секунд до берсы. Так, следующую вперед будет притяжка. Так, вот на мне дал дубовую. Отойдите. Будет притяжка, значит. После притяжки разобьете. Уже можете Геру давать. Быстрее захильте, Shadow на хп дай. Ёбаный в рот. Ну захильте рейд на фул, быстрее подхильте. Рарники всякие, это, флешками похильтесь. Вот, теперь разбили. Все в сторону и Геру, и фул ДПС. 25 секунд у нас. 6 лямов. На Лингране, на Лингране. В сторону. Вилаш один. Одна той. Хорошо, захилим. Хилы...
Давай захиливаем его, блядь. Два ляма добивайте, блядь. Все войска, всю хуйню кастуй там, блядь. Бигдэм, бигдэм. Бигдэм. Все, убили. Опа, вот она, чипка. Вот он, клык. Че, кому клык дадим? Клык, реально. Лингрен, решай. Ну и о чем мне решать? Ну ты попёр. Вилаша надо? Да. Надо, ну все, давайте ей дадим. Я щит выхватил на этом ходу. Или Кости надо? Тоже взял бы. Костя ретрик чаще. Ну давай нашему танку Вилаша. Вы-то почаще. Я бы так-то тоже взял, нахуй, но я сова. Стой. Птиц не пускает, и все. Просто не грузится. Я кэш удалил, и проверку сделал, и фулл ребут сделал. Птиц же 10, блин. Я угораю, ты прикалываешься, что ли? Да я угорнул, зачем? Лол. Пошли на лича. Так, а это... Ой, ты, да, будешь водить в комнате? Наверное. Ну да. Просто я ни разу не водил. А тут что нового? Ну... Все? Ну, блядь. Все и сразу. Так, Валика не сагрили там. Так, трилока. У кого эридары есть? Кто может возвращаться с Валик плюс Анити там, чтобы мы знали? Холидринка можно не развивать. Рарник, холидринг, кто еще? Эридары у кого есть? На панель выставляйте себе эту хуйню. Блять, вы пиздец. Бичи, сука. Это пиздец. Локов просто, блядь. Можно не разбивать. Магов можно не разбивать. Че говорите? Пал, блядь, нахуй вас. У сука. Кого эридары или маги, локи? Ну, кто может вернуться? Почему нельзя не агрить Вальку, блядь? Почему, сука? Почему, блядь? Как там навеселитесь с Вальками, суманете, блядь? Два припота, зелье дикой магии. А зачем тебе два припота? Мы что, с первого трая убьем? Было бы круто. Ну, я... Ну, как? Я думаю, что да. А что? Чё так мало ход? О, багруха. Маги работают у вас все. Заебался своей пилоткой. Я там в освобожденке стоял, блядь. Последний патч. Ничего. У меня было 7 освобожденных, у тебя 5. Это все хуйня, блядь. Кого нету 105 ДПС своим. Это наебало. Че, я не знаю, надо тут это 5 хилов или в сову спекаться? На или... 5 прохилим. Ну тут сапроты пили раньше. Я хотел про 6 хилов сказать. Да, ну... Я не знаю сейчас, что пить, блядь. Ну прохилят они, нет. Да. Там авилания, блядь. Это ДПС есть, пейте сапроты и все, все. Угу. Ага. Ну вот этот трай такой можно попробовать, так как есть, если что-то не порастет, тогда сапроты. Так. Ай, блядь. Так по итогу что нахуй? Я не могу понять. Давай, как бить будем? Вы с Лингреном танканете, да? Угу. Так. Ну, я на трэше. Не в сову тогда. Посмотрим. Если что, у нас там, в принципе, совы так-то не тупые, могут и помочь подхилить, да? Если на заражение. Если хила схватит, самое главное, смотрите. Если в 25-ке хм был на актуале, ничего нового. Так, Вилаш, ты этот... Блять, хотел сказать, готово. Это самое, как оно называется, водить лича. Так, вот, значит, будет центральная метка здесь такая, чтобы было понятно, что за нее не надо переходить, чтобы вальки там не летели во все три стороны. Так. Я пока саппорт оставлю, пускай будет саппорт. Тыкните.
бегаем где-то вот здесь. Где лазить? Не знаю. Нету его. О, лох какой-то гильдию покинул. Ебать. Где Биг Дым-то, блядь? Ебать, заебал, проснулся. Воздуплился, блядь. Тыкните. Рыбу жрите. Так, сразу готовность принимаю. Так, пошел запускать. Что там попыток? 42, нормально. Так, запустил. Значит, Эвилаш МТ, Лингрен УТ. Все вы знаете, все умеете, блять. Самая сложная фаза с вальками, ее проходим и убиваем. Там дальше нихуя делать. Ну, хэпау, гламур здесь не был. Я так понимаю. А, тут хуйня, изи. Все легко. Не очкуй. Нормально. Сейчас с первой трапы улетит, да, начнется, да? Ловушки появляются, вот переходим по КД. Стоять в одном танке. Тут все по КД происходит. Мы все знаем, мы все можем, мы на все хуй ложим. Понял. Что значит кайфовать? Вот, вот прямо вот так вот и делаем, как написал Миша. Берса 17 минут. Готовимся. Наперед не разливайте никто ловушки. Все везде стоим, РДД. Где РСПО? Так, ловушка секунда. Прибежали. Стали к кличу спину. Ловушка с чумой 2 секунды. То и другое. Прибежали. Лианочка. Лианте, вынесите. Эй, я вынес. Эй. Бежали. Угу. А, подольше, подальше проводи и не очкуй прямо. И перебежит. Ловушка секунда. Перебегаем. Чума World Flex. Войд, войд. Чё? Не, не, войд. Буря. Не слакайтесь чумой, блядь, смотрите внимательно. Ловушка перебежали. Ловушка с чумой 3 секунды. Приготовьтесь. Пробегаем. Синтек. Если лич стоит, смотрите, в него там не попадитесь в ловушку. Видите, стоит, кастует. Стоим нормально. Ловушка секунда. Пробегаем. Есть. Есть контакт, нахуй. Как дела там, нахуй? 2 секунды ловушка. И чума. Пробежаем. Пробегаем. Эй, я. Эй. Секунда ловушка. Пробегаем.
Не будет чумы? А, вот сейчас. Секунду. Ловушка и чума пробежали. На Лингрене. 1-1% хуярим. Еще ловушка будет. 3 секунды ловушка, готовимся. Сейчас уже переведется. Может и не успеет. Не успел, нормально. Все, веди на край. Так, хилов смотрим. Хилы фуловые, блять. Да, но она долго будет разгоняться. Ну это хуёво. Вынос хуёвый, видать, в пустоту был. Но. Ну, пробуем как-то. Если приемлемо. Если нет, то лич шотнет. Подбить чуть-чуть. А там вообще она есть? РДД. Пусть подобьют. А что-то не вижу. Я не вижу там чумы. А, её нету. Бейте шаркаря нахуй. Веди гневного туда быстрее. А нет, ну не... Не, не надо, посмотри. Не веди. Да, да, наоборот. Ебать. Ударная волна была хоть? Все нормально. И хуярьте по нему побольше. Ебать, серый долетает. Все, полная залупа нахуй. Шаркаря слить приоритет. И духа тоже. Разгоняйтесь. Синтек шаду уреснешь. Я возьму. Шар разбить. Не бегите на него, блять, его разбить надо. Все, мобов бьем. И хиливаем. Лечу, только подойдите. Лечу, подойдите, алло, блять, Вальки сейчас будет хватать. Или вы че, нахуй, сразу спрыгивать будем? Вальки бьем все. Так. Это кто в ромбике? Трусах лок. Все, трусы и кружок бьем. Круг дать. Вы круг, блядь, застанете нахуй. Станов дохуище, руки эти. 50%. Оскорение разбежались. 50% и все, и Валька отпускает. Все, фул полечу, бьем. Следующие Вальки, значит. А как ты сдох, блядь? Вадикон резкий бурибая. Ну сюда идите. За спину все в один кэм. Сейчас Вальки одновременно с осквернением. Будем выбегать за спину. Не надо стоять, мы в осквернении сдохнем сразу. Это, выходите РДД на рейндж. Милики уже тоже вышли с центра. Вышли с центра на железный круг на этот. Сначала смотрим, где осквернение. Все. Лох, не надо. Все, кружок, ромбик все играем. Быстрее. Две Вальки. Кружок, ромбик замедлить нахуй. Быстрее. Дамага дохуя, все, лича в один нормально. Ну, блять, ромбик нахуй. И кружок, блять. Кружок. И все, и лича. Ярим. Теперь сначала осквернение, потом лужа. Потом Вальки, блять. Тут, то есть. Смотри, на тебе тоже, может, и Вилаша. В центре его не налей. В центре не налейте. Танки тоже смотрите. Осквернение, секунда. Вот. И все, и вернулись. И вернулись теперь. В звезду встали, в сову. Под Вадильча. Все. Вальки в одном месте хватают. И фул ДПС по ним. Кого хватает, смотрим. Все три бьем. Полидринка можно не бить. Да все, они летят вместе, уже похуй, там не различишь, блять. Хуярьте, замедляйте фулы и просто уешьте. Осквернение 5 секунд. Осквернение, разбежались, из подвалика вышли. Ну, это. Кружок, ну там нету этой хуйни. Блять, вы... Че, кружок выкинул, нахуй? Кулидринг, блять, пиздец, нахуй. Кулидринг, после заражения встанешь. Это трави, стресса и бурибая. Это последний БР у нас. Вставай. Ресай быстрее. Все, фул, захиливаем. Все, дамажим. Пробуем. Вальки и сразу готовимся осквернение 5 секунд. Хватаю. Вот, меня схватили. Замедляйте все вальки. Все вальки надо разбить. Две совы там и инвизибл. Разбивайте, фул ОУЕ. Осквернение вынесли. Так, нормально, это, только не вступите в него, захильте заражение, мифика захильте, ну похилься, ебаный в рот, дайте стан ромбику. Треугольник, что, хуй наложили на него? Пиздец вы играете, конечно. Ну все, он улетел, блядь, все, Ильича бьем. А замедления нету, кто замедлять может? Да никто не может, шаман. Шаман тотем поставить. Ни у кого нету нихуя замедляющего, блядь. Ебать. Опа, отошли. Ебать. Я долбоёб. Да мы не разобьем их, походу, блять.
Это у нас два тела уже лежат, блять. Да прыгайте, в пизду. Че, вообще никому замедлять? Но да, так-то, так-то хули, ты че, Warcraft когда придумывали, там оказывается замедлять никто не может, нахуй. Вы че, блять, не знали, что ли? Вот давай, любой класс называю. ДК, оковы, нахуй. Вар, подрезать сухожилия. Паладин, это, джага какая, оранжевая. А, там без разницы. Маги, нахуй, конус холода, блядь. Шипет, пытка, нахуй. Рога, блядь, яд, нахуй. Лок, лок, он, ну, не замедляет. Ну, яд, как бы, он, его мазать надо отдельный. Он не идет тут. Это не дамажащий яд. Ну и все. Замедлять надо билд отдельно делать. А я не назвал классов, да, нихуя? Ну, кто замедляет, типа. ДК, вар. Эти шипешники, сколько шипешников там? А чё за херня? Я тело не могу покинуть. Та же херня. Да вроде можно. Релогаюсь. Нет. Я тоже релогаюсь. Смотрите, релогнуть здесь не получится зайти. Я не понимаю, вас скидывает, что ли, Хулидрин? Чё вы не портуетесь или даром, или что ли? Как, блядь, почему вы вздыхаете там? Вы же редар. Не замедляет же красный только. Жёлто-синий не замедляет. А, да, красный он не замедляет, он не дает ускориться. А это что, не замедление? Не, он нет. Ограничивает скорость передвижения до 100. Все, это стандартная скорость вальки. Да, быстрее стандартной, просто она не будет лететь. Вот Рога, если включить Тапкина, ты ему кинешь красный, он не ускорится. Ну, работать не будет ускорение. Сейчас она обратно полетит, стоит. Кого там суммонит? Если нет замедления, могу зайти шаманом, ставить тотем. Ну, а другие не могут, да, этого? Ну, наверное, нет. Ни конуса холода, нихуя нет. Че, 5 минут подождите, билды перекинем. Да я хуй знает, нет. Вы так, ну я не знаю, а остальные тогда что, пытку не давать? Конус холода нельзя дать, да, сразу? Он сколько висит? Ну че, блять? Вот, да конкретно, сходите и перекинуть билд или нет? Да я не знаю, замедление вроде есть, блять. Там же два таланта вроде только, да, уроги? Ну да, там. Перекинь мне и веером клинков просто тупо спамить. Вот, вот, ну под первый раз. Шикарная хуйня. Я не знаю. Че, лаги пизда, блин, просто. Ну короче, сейчас, да, если никто же медать не будет, я пойду в гримуар менять билд. Ну вот, там пошли. Топа пошел уже. Да и он тоже пускай поменяет, про лучше будет, блядь, вдвоем. Давайте, первая волна. Лингрен, у тебя вкачан на стан на КД, снижение КД? Нет. Ну, короче, первая волна, кружок твой. Первая волна, хулидринг твой. А, подожди, ты про какой стан? На стан же у них иммунитет. Секунд. Нет. Нет, не иммунитет. Бля, я кидал иммунану. Ну потому я что там кидал. Потому что там 10 тысяч паладинов дали гнев небес. Короче, свои станы, да, гнев, блядь. Гнев небес вообще не надо кидать. Вы чё? Гнев небес дается в конце, в самом, когда уже туда, да, станы, да, дали. Вторым его еще можно кинуть, блядь, он там хотя бы 2 секунды постоит. Этот, значит, кружок, ромбик и треугольник, три вальки. Значит, кружок, первая волна, Лингрен, ромбик, холидринг, первая волна и треугольник, рарник. Вторая волна будет кружок, Бурибай. Это вторая, четвертая, шестая, чтобы вы понимали. Кружок, значит, Бурибай, ромбик топа и треугольник Сезжу, запомните. То есть первая, третья, пятая и вторая, четвертая, шестая. Вот волны ваши. Что вы за каждую эту метку отвечаете. Ну смотрите, если там на краю ее схватили, да, то уже играйте по другим. То есть если лоук там или если кто-то, то может вернуться. Маги, кстати, кто-то возвращаться умеет? Я не знаю, понял, я нажал